Всем привет! Сегодня мы с моим другом, с моим младшим братом почти что идем кушать вкусный рамен японский, как оцениваю. Ветер дует холодный, правда, на улице. Я уже подошла, вот это есть. Жду его, а он опаздывает. Что-то грязная у меня шляпа. Вау, рамёнчик, точнее рамен, или рамен, какой он красивый. Да. Пробуем яичко. Не пробуем яичко. Это волосы красиво лежат. Волосы красиво лежат. Пришли кушать тонкассы. Вау. Взяли одинаковые, правда? Что тут интересно? Тут мини-супчик. Удон? Вау, еще полочка. Сейчас покушаем. Вот мы кушаем, вот Ваня тоже снимает влог. Поздоровайся. Всем здравствуйте. Сейчас будем кушать вкусную еду. Не пошли кушать. Блин, вкусно, конечно, но сыр не тянется почему-то. Попробуем. Что смешного? Еще салатиком надо. Сейчас этот супчик попробовала. Это просто мисо-суп. И, кстати, очень вкусно. Кимчи, тонкассы вообще мне очень нравится. У меня больше уже не лезет еда. Это все, что мы осилили после тонкас. Извините. Это очень, да, это очень вкусно, но очень много уже. Мы идем трясти жирком, который мы наели. Шевелить губами. Да, это очень вкусно. Как будто сейчас ела. Да, таки вас. Это сейчас осталось, что?
Тут еще полная тарелка. Ладно, всем пока. Встретимся уже на улице. Нормально? Да. Нет, ноги не видно, вот теперь видно. Вот это мой дворец. Тут есть только крыша. Ну вот и все. Итак, мы приехали на Пупён. Тут куча людей, уже потемнело. Смотрите, какая милота. Какие милые тетрадки. Прелесть. Лоли-поли. Сколько тут вкусных. Не знаю, тут много вкусных мармеладок. Я хочу яичницу. Приехали в какой-то Forest Outings. С английским у меня проблемы. Это должно быть красиво. И тут есть заголовки с начосом и с чипсами. Господи, чего только нет. То есть я могу взять одну штучку и пойти. Показываю покупки взрослого человека. Вот такая вот косметичка с хвостиком. И вот такая вот милая, ко дню Святого Валентина. Вот оно, счастье. Пончики, мороженка. Это чизкейк, это конфетная какая-то бомба. Сейчас будем кушать.